На ее место претендовало 800 девушек. Незадолго до полета она сообщила родителям, что отправляется на соревнования парашютистов. Ровно 54 года назад наша землячка Валентина Терешкова совершила первый и единственный в мировой истории одиночный полет в космос. Провела там трое суток и выдержала 48 оборотов вокруг Земли. Отражение Вселенной в ее снимках, а теперь название международного фестиваля в Ярославле, посвященного легендарному полету. Сегодня особый день, который имеет весомое значение для всего человечества. Мы должны работать все вместе, мы должны учиться у России. Я желаю нашему фестивалю огромных успехов. Участники из США, Аргентины, Канады, Индии, Бразилии и множества других стран презентуют полнокупольные фильмы в планетарии. В мире более десятка подобных фестивалей, в России наш, Ярославский, единственный. И за 3 года уже снискал успех и признание. У нас прекрасная площадка, у нас хорошие кадры. И самое главное, мы родина замечательной, удивительной женщины, которая открыла космос. Для нас, для всех, это Валентина Владимировна Терешкова. И вот такое сочетание дает возможность нам действительно быть на первых местах, быть передовыми. Угол обзора 360 градусов, и потому ощущение близости космоса абсолютное. Зритель, как настоящий космонавт, пробирается сквозь звездное пространство. Темы фестиваля безграничны. От серьезных документальных исследований, например, о черных дырах и солнечных вспышках, до мультипликаций. Наш фильм называется «Белисарио. Маленький отважный герой космоса». Это анимационное шоу для детей. Оно рассказывает о маленьком мышонке, который участвовал в космическом эксперименте в Аргентине в 60-е годы. Открылся фестиваль научно-популярным фильмом греческих авторов о телескопах. К слову, Ярославский культурно-просветительский центр имени Терешковой тоже представит свой продукт. Это 40-минутный фильм о телах Солнечной системы. Фестиваль завершится в воскресенье подведением итогов. Исходя из 5 критериев, жюри определит победителей в 2 номинациях, но главное, конечно, не это. Цель фестиваля – развитие нового направления в искусстве и, конечно, вдохновление людей на изучение астрономии. Александра Панкратова, Денис Сахаров. День в событиях.